Реально лишний килограмм прилипает аж бегом. Бицепс меньше не стал? Все чуть меньше стало. Ну, когда вы держите, конечно, легко. Есть у меня слабое место, вот я через слабое место буду его бить. Что-то получилось. Это сложно, друзья. Все, меня больше не хватит. Здравствуйте, в эфире программа «Спортлица». Мы снова с вами и готовы рассказать о ярких звездах крымского спорта. Российский спортсмен Дмитрий Клоков однажды сказал: «Требуй от себя невозможного и получишь максимум». Как достичь такого результата, узнаем у того, кто действительно знает. Знакомьтесь, Артем Тайнов. Здравствуйте. Здравствуйте. Артем Тайнов – многократный чемпион мира и Европы по армрестлингу. Неоднократно выигрывал международные турниры, чемпионаты России и Украины. Давайте покажем упражнение для тех, кто сейчас сидит возле своих телеэкранов, смотрит нас. Можете тоже вместе с нами встать, попробовать сделать какие-то простые, которые на самоизоляции позволят людям себя лучше чувствовать. Это элементарное упражнение, это приседание для улучшения кровообращения в общем теле. То есть это приседание, ножки ставят сюда широко и приседаем. Таз назад, тело чуть вперед наклоняем. Так выполняем 3-4 подхода по 20 повторений. Это упражнение мы сделали. Также потом становимся... Ножки ровненько, делаем заносы ногу назад, как выпускные выпады называют. Оп, так я правильно делаю, посмотрите. Да, отлично все получается. Вот, мы выполняем. А руки как? Ручки, как ручки угодно можно, удобно, да, держать? Как удобно, да. Заполняем это упражнение так же, 3-4 подхода, по 20-15 повторений. Вот, также потом ножки поменяли и в другую сторону. Давайте. Вот. Оп. Мы сделали. Это один комплекс упражнений. Трудно спортсмену на самоизоляции сидеть? На самом деле, мы спортсмены, привыкшие к активному образу жизни, поэтому, конечно, сложно, но привыкаем потихонечку, потому что как бы беспокоимся о здоровье себя, о здоровье окружающих. Нарушил ли вирус какие-то ваши планы? Да, ну, во-первых, как бы я сейчас пока сижу без работы дома, но, слава богу, это не сильно повлияло на мою жизнь, но, а так, да, по работе в основном так, а так, в принципе, не нарушило, ну, побольше посплю, отдохну, восстановлюсь, это тоже не помешает. Возможно, какие-то чемпионаты должны были пройти и не прошли из-за вируса. Да, к сожалению, чемпионат Европы отменили, вот он должен был сейчас вот в этих числах проходить в конце мая, но в силу сложившейся ситуации в мире, все соревнования, все чемпионаты, соревнования, форумы различные были отменены, поэтому сидим дома, все ждем, пока эта вся болезнь закончится. Тем, кто сидит и смотрит нас по телевизору и остается сидеть на диване, что посоветуете, ты как специалист, расскажите, чем чревато постоянное сидение и без всяких упражнений? Я как лично спортсмен не задумывался о такой ситуации, что как можно вообще поправляться, ну, как можно иметь проблемы с лишним весом. Оказывается, оказавшись дома 2 месяца, я это понял, ощутил на своем личном опыте, потому что реально лишний килограмм прилипает аж бегом. Поэтому надо обязательно хоть какую-то активность проявлять, потому что безактивность все-таки это все ощущается на нашем теле. Поэтому обычные элементарные утренние зарядки, растяжечка не помешает, а только улучшит ваше состояние здоровья. А как вообще с весом? Вот бицепс меньше не стал? Все чуть меньше стало, но ничего, мы работаем потихоньку. Как бы форму держу, в общем, то есть как бы хуже не становится, но хотелось бы прогресс, но прогресс, конечно, в таких условиях, конечно, очень сложно сделать. Артем, что мы здесь будем делать на этих тренажерах? Расскажите, так, ну, покажите нам. Вот у нас такая городская уличная качалка, поэтому мы сейчас покажем элементарные тренировки, упражнения на руки, на общее тело и КОФП для дома, для домашних, грубо говоря, разминок, тренировок. Поэтому мы сейчас покажем вам упражнения на руки и надеюсь, вы это тоже повторите. Я тоже на это очень надеюсь. Давайте, смотрим. Упражнение на 30, так, чтобы захватило. Поднимаем руку над головой. Ага. Делаем такие разгибания рук. Работает трехглавая мышца плеча. Угу. Трицепс. Смотреть на это очень легко. Кажется вообще, что вы пушинку поднимаете. Меняем руки и делаем на другую руку. Сколько она весит? Там написано на ней? Весит 12 килограмм. Это стандартный гантель. 5 килограмм блин и 2 килограмма ручка. 12. Ну, я двумя руками, может быть, подниму. На две руки. Можно что-то, чтобы я ее могла поднять? На две руки. Не знаю, конечно, получится. Но можно пробовать и так. Она берется, заводится также за голову. Ага. И опускается. И поднимается. То есть, в принципе, тоже... Двумя пальцами просто. Давайте, я вам помогу. Давайте.
Так что все у вас получится с моей помощью. Так, мне бы дотянуться вообще-то, да? Кстати, да. Давайте, наверное, развернемся. Садись ко мне спиной. Ко мне спиной лучше. Так, вот так вот. Садимся. Берем ее над головой, руки над головой. Над головой выше. Аккуратненько вместе со мной опускаем ее назад. Опускаем и поднимаем наверх. Вот, собственно говоря, видите, все получилось аккуратно. Так, ну когда вы держите, конечно, легко. А как все начиналось? Как пришли в спорт и когда поняли, что армрестлинг это ваш? Ну, это было еще давно очень. Я был в школе, я был щупленьким, худеньким. Таким. Не верится. Ну, был таким. То есть, как бы, какими-то физическими данными не обладал, там, сверхъестественными. Ну, у меня был дома, например, повторюсь, дома был спортзал у отца, и, как бы, отец, как бы, мое личное желание появилось, как мне он всегда прививал любовь к спорту, но, как бы, не получалось. Как-то потом, в один прекрасный момент я просыпаюсь и решил все-таки заняться спортом. Мне отец помог, все сделал, и так, собственно говоря, я пришел в спорт. Ну, переехав в Симферополь, я жил в селе, надо было где-то продолжать за тренировки. Пока дома спортзал еще не сделали, надо было найти место где-то. И вот в итоге попал в секцию армспорта, это при ТНУ, при Тарийской национальной университете. Там, собственно говоря, я начал заниматься армрестлингом, потому что там как бы все занимаются армрестлингом. И любой парень, наверное, видя стол армрестлинга, хочет попробовать свои силы. И у меня как-то действительно неплохо начало получаться. Ну и, собственно говоря, так я и начал заниматься армрестлингом. Помните первый свой чемпионат? Конечно, первый чемпионат среди студентов. Я тогда, будучи школьником еще, выиграл чемпионат города Симферополя по студентам. Что чувствовали? Ну, у меня как бы в семье вообще как бы хорошее отношение к спорту, и как бы меня дома как бы поблагодарили, точнее, поздравили с этим событием. То есть, как бы мне было очень приятно, что я выиграл, получается, в этом спорте. И, собственно говоря, мне родители и я все сопутствовали занятия этим видом спорта. То есть, как бы было очень отличное настроение дома. Также есть небольшая маленькая растяжечка, то есть это растяжечка. Ты можешь выполнять сидя на полу, также можно делать стоя. Обычно классические наклоны вперед, каждые ножки разные. Вот. И встаем, да? Да, угу. Так, кровообращение нарушалось. Вот. Коленки не сгибаем. Коленки не сгибаем, максимально растягиваем задние вот мышцы так, бедра. Да, и суставы, связки бедра. Так, раз. Также можно выполнять упражнение отжимания от пола, ну, только в силу того, что мы находимся на улице. Это упражнение, в принципе, все знают выполнять. Отжимаемся от пола, также 3 подхода, 4 подхода, пол 15-20 повторений. Это элементарные 3-4 упражнения, вам позволят содержать свой организм в тонусе, бодрым и быть готовым к совершению новых побед. А соперника своего изучаете перед тем, как начать бороться? Раньше изучал, как бы не знал многих спортсменов, то есть смотрел видео, как они борются, их там техники. Техники. Сейчас как бы уже всех своих соперников я знаю досконально, основных. Понятно, появляются новые, как бы за ними, конечно, слежу. А так, в принципе, всех своих соперников уже я знаю, поэтому знаю их слабые стороны, знаю их сильные стороны, поэтому уже готовлюсь определенно под них, то есть как бы зная их технику и совершенствую свою и пытаюсь выиграть. Есть какой-то соперник, которого вот бы хотелось одолеть, но, может, не получилось пока? Да, есть такой спортсмен, это болгарин, все время встречается на чемпионатах мира и Европы. Один раз я в 2016 году я его выиграл, и с тех пор не получается мне его выиграть, что в том году я его проиграл, что позатом году я его проиграл. То есть он становится, допустим, там второй-третий, или в основном первый становится, а я как бы второй-третий становлюсь за ним. То есть это не очень приятно, хотелось бы его выиграть, но уже с каждым годом я подбираюсь к нему и понимаю, что как бы есть у меня слабое место, вот я через слабое место буду его бить. Думаю, в ближайшем чемпионате мира я его выиграю. В армрестлинге много девушек, которые успешно себя проявляют. Как вы относитесь к женщинам вот в таком виде спорта? Ну, как бы это выбор каждого человека, на самом деле. То есть, как бы, я, на самом деле, не поклонник силовых видов спорта среди женщин. То есть, как бы, ну, в принципе, у нас вид спорта такой, как бы он не подразумевает какой-то раскачки огромной. То есть у нас очень много таких женственных девушек, очень красивых, выглядят очень атлетично, красиво. То есть это не мешает заниматься армрестлингом. Следующее упражнение, это у нас будет упражнение отжимания на трицепс от скамьи. Угу. То есть, также развивает трехглавую мышцу. Это просто вариации разных упражнений. Ага. Вот. Делаем упор в скамейку и отжимаемся. Так, это уже сложнее, чем гантелька. Да нет, это кажется. Так,
Насколько низко надо это делать? Ну, в принципе, низко опускаться настолько, насколько позволяет гибкость плечевых суставов. Насколько же мне позволяет? Давайте проверим. Главное не провалиться вниз полностью. Так. Так, руки. Вот сюда, да. Сейчас. Ножки вперед, еще вперед. И ручки чуть-чуть. Вот сюда. И пробуем, отжимаемся. Вот. Не обязательно слишком низко, для начала можно не сильно полную амплитуду делать. Вот. Почти. Что-то это получилось. Сложно, друзья. Все, меня больше не хватит. Армрестлинг в Крыму сегодня какой он? Ну, в принципе, вот было затишье где-то, наверное, года 3-4 назад. Армрестлинг чуть у нас упал. После вхождения России было очень много было перемен. У нас и зал основной закрыли, где мы занимались армрестлингом. То есть, как бы все это наложилось, был, конечно, небольшой спад. Сейчас мы открыли новую секцию армрестлинга на Тренево, там, где сейчас, собственно говоря, я работаю. В детской спортивной школе, набираю новые группы. То есть у нас появилась очень хорошая школа в Судаке, там девочка тоже занимается, Ольга Терпела открыла школу армрестлинга. Вот. Плюс Севастополь очень сильно развивается, Саки очень сильно развивается. Опять заново пошел рост. То есть не можешь не радовать, то есть как я как спортсмен армрестлинг, мне это нравится, естественно. Поэтому сейчас у нас крымский армрестлинг на подъеме. Так, ну давайте попробуем. Берем за рукоятки. Так, я вам сейчас помогу сорвать. Ага. Первый раз беремся за ручки, беремся, беремся. И поднимаем. Опа. И плавненько опускаем вниз. Нормально? Нормально. Вы держите все нормально. Все так и работаем. Вот так выполняем 3-4 подхода, под 15-12 повторений. Каждый спортсмен – это история крымских побед и стремления, о которых следует помнить и знать. С вами была Анастасия Бойко. До встречи в эфире.